я поставил коллегам однозначную цель. Это добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемого объекта требованиям Ростехнадзора. При этом мы решили провести еще и дополнительный усиленный свой собственный аудит. Восстановление работы этой клинии возможно только при полной уверенности руководителей, вновь назначенных, в полной безопасности данного объекта. Норильский никель, конечно, обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с этой проблемой. И те работы, которые сейчас ведут, они адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка необходимого цемента для того, чтобы локализовать. Коллеги рассчитывают к 9 числу достигнуть, так сказать, перелома в этой ситуации окончательного и застабилизировать ситуацию. 9 марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который предложен был горняками как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства. В те же сроки, то бишь 9-го, будут определены те объемы производства, которые у нас под риском. Но на сегодняшний день можно сказать о том, что эта авария будет иметь именно материальный характер, то есть это будут определенные потери для производства, но, к счастью, это не затрагивает людей, экологию и другие чувствительные для нас вопросы.